Мигранты устроили митинг на греческом острове Лесбос. Около 150 человек протестовали против соглашения между ЕС и Турцией. Напомню, Брюссель и Анкара пришли к соглашению об ограничении миграции. Стороны утвердили схему возврата нелегалов из европейских стран на турецкую территорию. В обмен ЕС примет легальных беженцев, которым готов предоставить убежище. Правило вступило в силу 20 марта, и за неделю, по данным властей Греции, в специально созданные центры регистрации мигрантов доставили около 3000 человек.